3 мая в Доме культуры Аллы Ерухэ прошел 9-й республиканский турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера России Шихама Берзегова. Шихам Берзегов родился 23 февраля 1959 года в Ауле Ерухэ в многодетной семье колхозников. Борьбой дзюдо и самбо он начал заниматься в 6 классе в 1984 году. Усилиями Шихама Берзегова возобновилась работа секции по борьбе дзюдо и самбо. За период работы он воспитал много достойных спортсменов. Этот ежегодный турнир – увековечение памяти нашего земляка. И, соответственно, ежегодные мероприятия собирают множество спортсменов из нашей республики и Краснодарского края. Всего в этом году было 93 участника. Соревнования проходили в весовых категориях от 44 до 81. На мероприятии присутствовал глава района Заур Хамирзов. Добрый день! Сегодня проводится очередной турнир памяти Берзегова Шихама. Хотелось бы отметить, что турнир превратился в ежегодное мероприятие. И большую роль в этом играет администрация Егорхайского сельского поселения во главе с главой поселения Брафтовым Усиком. Я хотел бы обратиться к участникам. Очень отрадно отметить, что ежегодно участников становится все больше. И эти ребята в дальнейших турнирах показывают очень хорошие результаты. Я уверен, что сегодня проигравших не будет. Сегодня будут одни победители. У нас есть к чему стремиться. В наше непростое время очень приятно видеть вот этих ребят в кимоно, которые занимаются спортом и личным примером показывают, как и чем нужно заниматься. Спасибо тренерам, спасибо родителям, которые принимают активное участие в воспитании молодого поколения. Я думаю, сегодняшнее мероприятие пройдет на должном уровне, и в следующем году мы будем рады видеть вас в Егорхае. Спасибо. Глава Егорхайского сельского поселения Руслан Брафтов зачитал краткую биографию спортсмена. В своем выступлении он также отметил, что 11-кратный чемпион мира по борьбе с самбо Мурат Хасанов является его учеником. Самым знаменитым из его учеников, безусловно, является Хасанов Мурат Русланович, 11-кратный чемпион мира по борьбе с самбо. Уникальное достижение в мировом спорте, наша гордость, прославивший родной АУ. На сегодняшний день Мурат Русланович возглавляет комитет по физической культуре и спорту. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить его за содействие в организации данного турнира, а также главу нашего района Хамирзова Заура Аскарбеевича, который периодически оказывает помощь в проведении соревнований. В завершении турнира все участники были награждены кубками, грамотами и денежными призами. Давай, 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 давай